Когда самка клеща кусает вас, она прокусывает кожу хелицерами и вставляет в ранку гипостом. Он покрыт хитиновыми зубчиками, которые удерживают клеща. Затем паразит впрыскивает в рану обезболивающее вещество вместе со слюной, что позволяет клещу оставаться незамеченным. Эта слюна также предотвращает свертывание крови. Самка клеща потребляет так много крови, что ее размер увеличивается в несколько раз. Когда она напьется крови, то достает гипостом из тела и отваливается. После этого клещ откладывает яйца.